Мы сейчас находимся в прекрасном городе Санкт-Петербурге на открытии летней стажировки ВК. Стажировка ВК – это возможность познакомиться в IT на реальных задачах и кейсах от наших ведущих экспертов и практиков. Всегда хотела попробовать себя в сфере IT. Мне всегда хотелось работать с цифровыми продуктами. Я очень хотела, я очень старалась. Мне нравилось изначально решать какие-то задачи по программированию и алгоритмам. Со временем это развернулось из увлечения в работу, учебу. Стажировка в таком формате проходит один раз в год. Это летняя программа стажировки, которая длится 2, 3 и 6 месяцев в зависимости от того направления, куда вы попали. Подходит для всех, кто хочет узнать, как работает компания изнутри. В этом году у нас просто колоссальное количество направлений, более 30, больше 40 стажеров. Я буду заниматься авторизацией в приложении ВКонтакте, интеграцией Маруси в приложении ВК. Я попала в почту, в отдел маркетинга. В Одноклассники фото буду заниматься iOS-разработкой. Развитием почты поиска портала в отделе Growth-маркетинга. Ребята получают невероятный опыт на практике. На протяжении всего пути пребывания в компании с тобой рядом идет рука об руку ментор, наставник. Это сотрудники, эксперты в компании, которые делятся опытом, помогают стажерам погрузиться в рабочие задачи, открывают им просто карьеру в IT. Ожидания глобальные. Очень жду уже начала. За эти 3 месяца я хочу получить опыт в промышленной разработке. Хочу научиться работать с командой. И мне хочется получить хорошее знакомство. Очень много девочек. Вот, уже начинаю. Хочется очень сильно вырасти как специалист, набраться опыта у всех. В этой сфере постоянно открываются новые возможности, углубленные направления. Стажировка – это одна из возможностей прийти в компанию на работу. Я рад, что мне предоставили такую возможность. Я очень рада. Здесь классно. Просто нужно пробовать, не бояться, и какой-то раз точно все получится. Наши двери всегда открыты для талантливых, мотивированных ребят. Приходите, откликайтесь на наши вакансии. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте ВК Джуниор. Мы вас ждем в ВК. ВК – место встречи.